Жандарыңызға жаңа жақтар толап келген толқыныңыз Санжар радиосы Бишкек 103.3 толқынынан барлық оқырмандарды қатарымызға шақырамыз. Бұйырса алдыдағы жарым сағат түрмекті сіздің орматыңызға тарту қыламыз. Бізден алыстау ешқайда беріп алыңыздар. Кеттік алдыға. Очередная приятная новость для всех слушателей радио Синджира. Объявлен кастинг нового сезона уже известного и полюбившегося радиопроекта «Силькинчек». Народные напевы, этническая музыка, виртуозное исполнение популярных мелодий на национальных инструментах. Участие может принять каждый, кто мечтал оказаться на большой сцене, заявить о себе и проявить свои музыкальные таланты. Стартует отборочный тур уже 25 февраля. Все это время у желающих есть шанс успеть подать заявки. Для первого этапа кастинга будущие участники должны отдать приоритеты фольклорным композициям, так как именно продвижением народных песен и народного искусства радио Санжара полюбилось сотням тысяч слушателей по всей стране. Возраст исполнителей может быть от 16 до 30 лет. Для начинающих исполнителей и юных талантов проект «Силькинчек» – хороший шанс проявить свои способности, обрести своего слушателя из числа аудитории радиостанции. Раньше возрастных ограничений не было, но сейчас мы хотим дать больше шансов именно тем, кто мечтал об этом всю жизнь и искал возможность заявить о себе. Начинающим, еще не раскрывшимся исполнителям. Успешное выступление в первом туре кастинга обеспечивает участникам путевку в полуфинал, где исполнителей и музыкантов ждут прямые радиоэфиры и даже соревнования. Ежедневно двум парам предстоит исполнять песни и мелодии, которые пользуются наибольшей популярностью у аудитории радио Санжара, а их способности будут оценивать постоянные слушатели радиостанции. Посредством голосования за понравившегося участника будет определен лучший исполнитель. Та пара, за кого проголосует больше слушателей, примет участие в торжественном концерте «Итоги года радио Санжара» и удостоится звания «Народный талант». Главной целью радио Санжара всегда оставалось продвижение национального культурного наследия в формате музыки, песен, различных радиопрограмм. Кроме того, радио Санжара всегда оказывала поддержку начинающим исполнителям. К слову, благодаря проекту «Силькинчек» шанс попасть на большую сцену получили десятки уже известных артистов. Я даже не мечтал о том, что мне вручат эту награду, хотя, конечно, очень ее ждал, очень хотел ее получить, но не был уверен в своих силах. Думал, что есть кто-то достойнее меня, талантливее, опытнее, что им присудят награду, но сейчас я очень счастлив, для меня это хорошая мотивация развиваться дальше. Это уже четвертый сезон радиопроекта «Силькинчек». В нескольких предыдущих участие принимали даже давно знакомые всем исполнители, народные артисты и именитые музыканты. В этом году больше упор радийщики делают на начинающих, никому неизвестных исполнителей. Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, НТС.